пятницу в Самарской области безоблачно и без осадков. Температура воздуха в дневное время плюс 15, плюс 17. Ночью 7-9, выше 0. Ветер юго-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 16, ночью плюс 8. Юго-западный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 16, тепла, ночью 9 с плюсом, юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 16, ночью 5 градусов тепла, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.